Проливные дожди прошли по территории штата Теннесси 27-28 марта 2021 года. Они стали причиной внезапных и сильных наводнений. Затоплено много жилых домов и общественных зданий. Несколько автомобильных дорог стали непроходимыми. Десятки людей в районе столицы штата города Нэшвилл были вынуждены эвакуироваться. Потоками воды унесло несколько автомобилей. По меньшей мере 130 человек были спасены из автомобилей, квартир и домов. По информации местных властей, в воскресенье после наводнения были найдены тела 4 погибших. По данным метеостанции города Нэшвилл, за этот период там выпало около 178 мм осадков, что является вторым по величине двухдневным количеством осадков, когда-либо зафиксированным в этом городе. По данным Национальной метеорологической службы, уровень воды во многих реках и ручьях соответствовал или был близок к максимальному уровню, достигнутому во время самого сильного наводнения в Теннесси, случившегося в мае 2010 года, когда в штате погибло 21 человек, а ущерб составил примерно 1,5 миллиарда долларов. Дожди в регионе прекратились, но на реках Харпет и Дак ожидается дальнейшее повышение уровня воды. Март исторически является непростым месяцем для погоды в Теннесси. Так, в марте прошлого года в этом штате торнадо унесли жизни более 20 человек и разрушили более 140 зданий. Receding because it was completely covering that car in the mailbox earlier. Watched that idiot try to drive through after this car. See, it is completely flooded out. The Sonic parking lot is starting to have water encroach on it. The boot store down there, the automotive, and everything.